На витрине одна цена, на кассе другая. В нашу редакцию регулярно поступают звонки от челнинцев, столкнувшихся с подобной проблемой. Как пояснили в прокуратуре города, потребитель вправе требовать продать товар по стоимости, которая была указана на витрине. Если покупка уже оплачена, то покупателю обязаны вернуть разницу в цене. Если на кассе пробили товар по иной цене, чем той, что была указана на ценнике, то необходимо обратиться к администратору магазина и сообщить о сложившейся ситуации. Если администратор проигнорирует просьбу, необходимо попросить книгу отзывов и предложений, в которую нужно записать дату, время инцидента, наименование товара, сумму на ценнике и по чеку, а также свои контактные данные. А можно даже сфотографировать ценник в качестве доказательства. В случае, если договориться на месте не удастся, покупатель вправе обратиться с письменным заявлением в местное отделение Роспотребнадзора. Еще больше полезной информации можно узнать в программе «Слово прокурору», которая ежедневно выходит на волнах 104.2 FM радиостанции «Брежнев-ФМ».